секунд. И всем еще раз здрасте, дорогие друзья. С вами по-прежнему Dota 2 Рухаб. С вами по-прежнему Good Hunt. Мы продолжаем наблюдать за ESL One Frankfurt квалификациями. Сетка лузеров Team at Fine против Polarity Dota. Битва на вылет. И 1-0 за греческими богами. Переходим мы ко второй карте. Нет шансов на ошибку у Polarity. Висп Enchantress первыми пиками. Team at Fine забирают себе Air Spirit и Beastmaster. В бан отправляется Фурион и ОД. Polarity Dota избавляются от Чена, Баунти Хантера и Зевса. Интересный бан ОД. Опять планируют, наверное, забрать себе инвокера. Но до него еще далеко. Нужно еще что-то забанить. Наверняка это будет какой-то Свен или Хаус Найт. Вот я бы их, наверное, убрал. Мне кажется, Паша играет на Хаус Найте. На Свене он, наверное, тоже неплох. Но это 100% неплох. На Свене он много играет. Поэтому я бы его забанил. Не отдавал под виспа. Минус Хаус Найт. Все-таки Хаус Найт. Ну, четвертым баном, наверное, и Свен отлетит. Правда, тогда останется вариант с Тини, но тут придется выбирать, чего ты боишься больше. Тини или Свена. Осталось 10 секунд. Очередь команды Сил Тьмы запрещать героя. Минус Урса. Polarity Dota. Интересно. Ну вот, 100% либо Тини, либо Свен отправится в бан. Вопрос, кто из них? Осталось 5 секунд. Ага, Мишка. Вот так вот. А, Свена забирают себе, ну, тогда понятно. Тогда я мог ошибиться. Хотя, почему было не забанить Тини и Свена не забрать себе, и тогда бы выбор под виспа был совсем тускловат, скажем так. Я даже не знаю, кто бы это появился. Осталось 10 секунд. Ну что, времени еще навалом. Призадумался Лил. Надо что-то придумывать. Ну, кроме Тини, я не вижу здесь каких-то прям хороших вариантов. Хотя проблема в том, что там еще может появиться какой-то дизраптор под релокейт. И будет все совсем плохо. Есть уже Beastmaster, есть Earth Spirit. Тут же такие герои, которые неплохо принимают релокейт. Минутка. Ну давай, Лил. Хотя, может, он думает на четвертым пиком. Может, уже инвокер появляется. Решили инвокера не отдавать. Хорошо. Кто здесь появится в мид против инвокера? ОД в бане. Ну, Queen of Pain. Хотел сказать Queen of Pain или Баг. Ну, Кваба сразу появляется. Кстати, это хороший герой против Виспа и Enchantress, потому что Sonic Wave наносит очень много pure damage, а герои очень-очень тонкие. Осталось 10 секунд. Там еще бонус тайм. Доберите Тини. Я сомневаюсь, что его оставят на пятый пик. Поэтому лучше забрать сейчас, как мне кажется. Дополнительное время. Ну, пик Team at Fine мне нравится больше почему-то. Не знаю почему. У них еще должен появиться один саппорт. Либо оффлейнер, если Beastmaster пойдет в лес. Ну
что? Спирит Брейкер появляется. Окей. Спирит Брейкер против кого? Квапал выйдет. Свенс Варкрайм непробиваемый. Бестмастер и Спирит весьма уязвимы. Осталось 10 секунд. Ну, я бы убирал, наверное, тени сейчас на месте от Файна. Ну, а зачем экспериментировать? Зачем давать возможность Тинвокеру пойти на изи? И в мид станет просто Тинни Висп. Может, конечно, еще какую-то луну рискнуть взять? Что 45. Они уж что так долго думают над ласт пиком. Ну, что может появиться под виспа? Тинни идеальный вариант. Если поэкспериментировать, еще можно гирокоптером попробовать сыграть. Тоже неплохо смотрится. Ну или луна какая-то. Минус Сларк. Сларк, виспом, мне кажется, Сларк слишком быстрый, у него еще эти паунс, и виспу за ним очень трудно угнаться. Минус Кристал Мейден от Полярити. И тут же появляется Вич Доктор. Очередь команды сил света выбирать героя. Ну что, чуть больше 30 секунд остается у Лилы на раздумье. Это Фантом Ассасин. Воу-воу-воу. А против Свена это хорошие герои? Я просто смотрю, наличие Варкрая здесь очень сильно портит ситуацию физдамагером. Ну, посмотрим. От Дезварда, конечно, спасает. От Соник Вейва и Некрачи особо нет. Ну что, пики сделаны, пиков больше нет. Ожидаем Эд Файна, когда разберут своих героев. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Осталось 5 секунд. Ну что, пройдемся по составам. Полярити, Enchantress, Лил, Афонин же будет играть на инвокере, Женя, Висп, ДК Фобос, Спирит Брейкер и Паша на Фантом Ассасин. Отваливается Фобос, не знаю, запланирована эта акция или нет. Эд Файном, Спартан будет играть на Верспирите, Мадара, Свен, Тхак, Queen of Pain, Maybe Next Time, Вич Доктор и Скайларк на Бестмастере. Да, будем надеяться, что Фобос вернется по шустрику. Гул, сори. О, теперь Висп отвалился. Секундочку, и Бестмастер решил его догнать. Ну ничего. Возвращается Бестмастер. Осталось дождаться Виспа. Ну, рисковый пик вот с фантомкой, не часто она используется, тем более, когда у Свена появляется Блэкинг Бар, он может с ней расправиться и с плэшом банально, сплэш не миссует, а она на него даже блинкнуться не может, потому что он в Блэкинг Баре. А даже если блинкнется, то через его армор пробить фантомки очень трудно, даже с критами. Go, пишет Queen of Pain. Но пока мы ждем. Свен уже отправился на Easy Lane. Пока молчат. Virtus.pro опять вылетает Висп. Висп, соберись.
Это Люксембург. Это Люксембург. Но вещает Киев. А я бы не отказался побывать в Люксембурге. А может, когда-то. Без пиара, возвращайся. Нестабильный сервер, может быть. Что еще сейчас будет у нас с Эрихост? У нас просто было... Были Эрихосты уже перед стартом этой игры из-за того, что никто, кто-то не смог загрузиться. Сейчас, судя по всему, еще будут Эрихосты из-за того, что опять кто-то не может загрузиться. Сори, гоу-гоу-гоу. Так, гоу. Да, ну переходим. Интересная должна быть заруба. Интересно посмотреть за Phantom Assassin, который, по сути, не часто у нас появляется в пике. Будем надеяться, что сейчас она себя зарекомендует, и мы будем видеть ее чаще. Лил. Спалился. Проходит смог в итоге у Полярити. Кабанчик, 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 кабанчик. А Фонин же размотал кабана. И Скайларк просит паузу. Говорит, неиграбельно, говорит Скайларк. 19-200. Прыгает пинг, я так понимаю, не про это. Двадцать-двести. Это у всех проблемы с пингом. Я не знаю, в чем у меня проблемы с микрофоном. Может, конечно... Нет, вроде все хорошо. Вот говорят, что я об него скребусь, хотя я его вообще не трогаю. Эй, микрофон, соберись, тряпка. И работай как надо. Уже бы давно можно было создать рехост и стартануть новую игру, чем вот это сейчас 10 человек будут туда-сюда перезаходить в надежде, что их пинг опустится до играбельного. Ну давайте последнюю или предпоследнюю катку на ночь. Еще, возможно, третья карта будет, а она может быть еще и затяжной. А народу поспать, наверное, хочется. Завтра все-таки воскресенье. Кто-то на праздники какие-то пойдет с утреца, кто-то на шашлычки, и погода хорошая. Скучашки. Дайте мне кота нарисовать. Котюни. Ужасный кот, ну да ладно. А нет, похож. Не дыши, говорите мне. Так я же умру тогда. Хотя многие, наверное, и не против, чтобы я склеился. Но всем не угодишь, поэтому я не склеюсь. Ну, надеюсь, сегодня, по крайней мере. Загадывать на далекое будущее нельзя никогда. Админ тут? Может, просто зарехостим, братан? Если бы я управлял этим делом, я бы уже давно сказал, рехост, реконнект, все, погнали. Нет. Сейчас бы паузу посмотреть минут 15, пока Бестмастер и коннектится.
Скайларк, ау. Надо себе купить эти пупырышки, которые лопаются. А пауза, сидишь просто. И успокаиваешься. Но пупырышек нет. Поэтому можно и понервничать немного. Хотя у меня есть шапка панды. Я могу одеть шапку панды. И мне будет хорошо. О! Бистмастер вернулся. А мы уже и не ждали. Но он все-таки решил нас посетить, и это хорошо. Гоу-гоу. Сек? Ну какой сек? Ну прошло уже много сек. Где-то 240, может быть даже 300 сек прошло. Тебе надо еще одну? Афонин же, соберись. Афонин же. Это как же как ромшки, вички и так далее. Да ты же из 2008-го. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу! Где Нави? Ну, Нави в сетке Венеров. За ними мы будем смотреть чуть позже. Возможно, даже завтра. Я еще не смотрел расписание. Возможно, завтра мы будем смотреть за Нави. Эрспирит закатился в наглую. Никого нет. Никого нет. На нет. И разборок нет. Хотя, Фобос. Ну нет, Фобоса здесь не достать. 13 секунд. Появление баунти руны. Скайларк вряд ли что-то сможет сделать, разве что заденает как-то кабаном, но это надо подойти вплотную. А он уже одного кабана отдал как раз-таки инвокеру, так что хватит. Ой-ой-ой, баунтируна забирает ее. Фантом Ассасин, Скайларк уходит, но он под тангусом, поэтому у него все хорошо. Ну и Спартан пошел сразу в сторону медла, будет сейчас вкатываться. Вкатываться будет в Афонинджи, с Квапой вместе, через Дегерок, можно здесь индамажить. Лил решил поселиться в медле. Лил на инче. Я не помню его, кстати, на инче. Сейчас посмотрим. Визажа расконтроливает, значит и инчу расконтролит. Все просто. Выход в спину Фобосу. Maybe next time сейчас начнет его разминать. Кстати, аккуратнее надо быть, потому что здесь еще и Свен с молотком. Фобос, Фобос. Пошли каски. Тычка. Пошел еще стан. Фобосу здесь на самом деле ничего не угрожает. Единственное, что его размяли и заставят сейчас проюзать фласку. Да. Так и есть. В медле. Your Spirit вкатился в Афонинджи. Нужно делать бодиблок. Хорошая торнадо по двоим. И Афонинджи выживает. Паша. Тяжеловато ему быть здесь против Скайларка. У него... Ага, минус инвокер. Все-таки получилось закатиться в него еще раз. Не ожидал я, что попытка будет настолько быстрой. Очередная. В итоге ФБ в исполнении Эдфайном. Да, ну и Queen of Pain сейчас получит уже третий уровень. Вот он третий. Что будет брать? Скрим или дагер? Скрим. Все-таки Scream of Pain. Разминают здесь Фобоса. Маледикта пока нет. Выходит Мадара на помощь. Мадара тоже первого уровня. Ну вот появляется второй. Будет ли Warcry или Great Cliff. Спартан. Баунти руна. Надо укатывать отсюда. Укатывается. Не успели подрезать ему путь. А так могли бы и убить, попытаться Фобос. Получает стан, он еще не разгонялся, вот сейчас только побежит. Пару тычек ему еще успели вдогонку кинуть, но руна Регина тут лежит, поэтому для Фобоса все вообще замечательно. Подождет сейчас, пока спадет Маледикт, падает Маледикт, забирает руну Регина и можно возвращаться назад на лейн. Ну, как-то один стан, мне кажется, надо оставлять на случай, если Фобос мотает ноги. Your Spirit, булыжник, не попадает по Афонинджи, прокатился тоже мимо, Афонинджи, торнадо по двоим.
пытается уйти. Есть здесь Лил, он, кстати, с Урсой. Он не один, Лил с Урсой. И Урса делает тычечку по Эрспириту и забирает его. Так, у нее еще есть блинкаут, поэтому он просто отходит. В это время Скайларк, по-моему, делает даблкил. Вот он, Вижен. И Женя, по-моему, здесь тоже погибнет. Дабл килл на оффлейне. Привет, я Бестмастер. 4 уровня. Здравствуйте, я Фантом Ассасин 4 уровня. И кажется, мы заливаем лейн. Фобос опять убегает. Ну, здесь ему чуть больше накидали, но на самом деле Маледик 1 уровня. Он отъелся Тангусом, не вряд ли у него... А, нет, стор... Ой-ой-ой-ой-ой, сколько там вылетел? А, Маледик 2-го. Какой же я обманщик. Так, продолжает разминать инвокера. Ну, Фунин же не особо выгодная позиция. Он что, запрыгивает на него булыжником, попадает, будет ли вкатываться в него? Есть торнадо. Добили инвокера, так при этом, правда, тоже погибнет. Очередной килл достается Лилу, хотя его разделили на двоих. И минус Вич-доктор еще. Но он отдается нейтральным крипам. Бестмастер забирает Баунти руну, 4-й, почти 5-й левел. Кабанчики здесь, конечно, мешают жить. Да, все хорошо тут по ласт-хитам. У Бестмастера 16 на 3, практически столько же крипов, сколько и у Фантомки. Это, конечно, неплохой бонус. Фобос. Бодается здесь с Мадарой. Аккуратнее надо быть. Второй Маледикт. Мы уже видели, как он взрывается. Так, папа решил не экономить ману и просто добить двух крипов. Убегает отсюда Фобос. Снова под Маледиктом. Снова сейчас будут вылетать плюшки. Успевает напиться флаской, чтобы не умереть. Все хорошо. Фобос выживает. Афонин же. Стан от Лила, еще и Cold Snap. Так, не смог отсюда отпрыгнуть. Тут сетка, стан и Cold Snap. Нон-стоп контроль. Готов Спартан, если что, въехать. Въезжает в Женю. Привет, Женя. Топорики, минус Женя. И Паша, надо отсюда спасаться. Ну, на самом деле, кабан, я так понимаю, промазал. Поэтому замедлить не получилось. И спокойно отсюда ушла Фантомка. Мадара. Скайларк. Ну, скорее всего, он здесь погибнет. Да, тут Виспята. Лил пока отыгрывает великолепно. 2-0-2. Гангает все возможные лейны. Поучаствовал в 4 убийствах из 4. Так что тут все замечательно. Появляется, что и уровень у Фантомки. Квапа. У нее разгон. Аккуратней надо быть. Соник Вейва еще не отпивается ботлом. Продолжает бежать сюда Фобос, но руна дабл дэмэдж, да, и Фобос отменяет разгон. Башню сил света на верхней линии атакуют. Бестмастер. Есть Рор. Если Афонин же сейчас подставится, то его заберут. Пока старается не палиться. Лил рядом. Накричали. Так, подошел. Если Sonic Wave, нужно кричать. Есть Sonic Wave. И так просто отпрыгивает. Побежит ли до конца здесь? Уже отпился. Уже отпился. Нет смысла прилетать сюда. Maybe next time. Поэтому лучше не продолжать это дело. Так, тоже уже под ботлом. Все еще с дабл дэмэджем. Оставляют на фрифарме Мадару. Уже есть доминатор, с которым сейчас начнет себе стакать. Ну а здесь Висп 5-го, Паша 7-го. 4-й дагер, первый ворот, первый блинк. Ну, частенько так стоит против бестмастеров, чтобы кабанчиков убивать. Башню сил света на верхней линии атакуют. Спартан получает 5-й. Да, магнитайз бы здесь не помешал. Забирает очередной раз квапу. В этот раз через спиритбрейкера ему остается
23 опыта до 6 уровня. Мог бы остаться медли их дополучать, я думаю. Спартан. Кстати, Паша тут... А, нет, вряд ли разматывает. Роур уже откатился. Ну, на Пашу сейчас кричать, наверное, не будут. Хотя с некрачами можно оставить без маны. За плечами еще так. Пошел булыжник, не попадает в Пашу. Паша понимает, что он не агрессирует. Братья, здесь надо быть Спартану. Так, понимает, что руны нет. Укатывает Спартан. Лил остается без маны. Ему пытаются залить. Запрыгивает сюда Паша. Виспят. Очень сильно тормозят Скайларка. Но он здесь погибнет. Хотя Женя тоже. Женя тоже. Добил первого некрача, плюс сотка. Разгон от Спирит Брейкера. Бежит он в Maybe Next Time. Он 6 уровня, но у него, правда, не хватает на ультимейт. Пошли каски, остановил Фобоса. Но тут еще Афонин же под Маледиктом получал много дэмэджа. Maybe Next Time, по-моему, надо было просто пинать. Квапа должна прыгать. Соник, это минус Афонин же 100%. Еще Фобосу можно воткнуть дегерок. Хотя здесь выходит Инча в очередной раз. Минус от Лила, укатывается отсюда Спартан. Понимает то, что не в ту степень он забежал. Ну, а на топе в это время Свен. Под ГДСом просто стоит и месит тавр. Скайларк наполучал тыкуль и спасается бегством. Мадара, пошли каски, Женя под Маледиктом. Мадара здесь погибнет, забирает на релокейте в последнюю секунду. Женя, правда, здесь, наверное, все равно погибнет. Да, так и есть, разгон на Спартана. Фобос отменяет, потому что стоит под магнетайзом, обновляет ему магнетайз, но Фобос, скорее всего, выживет. Да, Виспятами его выхиливают, подходит сюда Фонин же. Аккуратнее надо быть. У Фобос еще 200 хп остается. Да, скоро появится Дезвард. Скайларк играет без Айрон Талона, поэтому трудновато ему фармить эти точки. Кабаны, конечно, тут делают залпы. Топориками, что на базу пойдет, регенится, или ему фласка сейчас полетит. Да, делают стаки для Свена. Делают он их сам, рейнджовым крипом. И, кстати, сам Свена, он же тут. Он уже тут готов фармить. Потом ГДС. Четвертым сплэшом. Ну, так можно за ГДС и не зафармить. Варкрай же есть, что ты стесняешься, Мадара? А, у нее еще экспу здесь всю воруют. Ну, так дела не делаются. Даже 9 уровень не апнул Свен. Тыщенку, конечно, заработал. Покупает Блейду Фалакрити. Аккуратно играет Queen of Pain. 11 минуты. Переключаемся на Нетворсы. Топ-1 Свен за счет стаков. Следом идет Паша. Статистика 1-1. Скайларка толкнули, накричал, пошли некрачи, топорики. Закатывается и снова релокейт. Очень неплохо сыграно Женя. Утащил Пашу и придется отсюда отступать. Ну, Квапа пытается на блинках, конечно, подойти. Но блинк первого уровня, поэтому КДшится очень долго. Вернет сюда виз, понятное дело, не один. Команда готова защищать его, если что. Очередной раз Женя сейвит своего тиммейта. Да, Мадара получает 9 уровень. Ну а на ботами начинает падать тавр. Второй уже у ворот у фантомки. Пытается Квапа сплитпушить. Квапа пока все очень плохо. 2900 нетворс, хотя недалеко ушел Афонин же. 3200. Сейчас получит немного завышку. Здесь же Квапа запушить не успеет. Тавр на ботами падает, достается Паше. Сколько там у Паши? Паша сразу... Рашит Сэндж. Мадара. Тут без ГДС справится. Фортификейшена нет. Сейчас главное заласт хитить. Заласт хитил. И в смоке. Юрспирит 7-го. Бисмастер 8-го со вторыми некрачами. Пытаются кого-то найти. Ставится агрессивный вард, который контролит эншентов. Могут пытаться выйти в спину инвокеру. Не знаю, получится это или нет. Еще один вард. Афонин же все делает правильно. Держится ближе к
Тавру. Ну и выйти на нее не получается. Да, Фак перепрыгивает на свою половину. Башню сил света на верхней линии атакуют. Что, очередной выход или это просто пофармить? Ну, третьих некрачей, понятное дело, хочется. Лил Огр Клаб. Лил дальше не идет и делает все правильно. Подошла Урса, просто клэпнула. Говорит, что здесь третесь? Мыши, всадники. Лил. Аккуратней надо быть. Сейчас могут зайти в спину. Лил. Ай-ай-ай. Скачи, северный олень. Палят Лила. Вот он бестмастер. Вот он рор. Вот они топоры. Ну, тут не уйти, конечно. Тут не уйти. Есть релокейт. Сюда прилетает Спаша. Бестмастер вгрызается в Спартана. Очень больно здесь Женя. Торнадо Атафонин же мимо. Спартан пытался укатиться, но получает крит. Скайларк отсюда, скорее всего, тоже не уйдет. В итоге размен 2 в 2. Не так плохо подрались. Потеряли, правда, в очередной раз виспа. Бестмастер третьих некрасчений не получил. Тыщенка на руках у Эрспирита. Мадара пошел фармить очередных эншентов. Maybe next time будет просто стоять, качаться рядом. Очередной стак сначала. А так в это время на ботме под Аркейн руной. Спамит скримами, понятное дело. Сейчас он получает 11-й, уже есть второй ГДС, скоро появится Сия. Где Вардинг? Отвеч доктор еще успеет эту точку зафармить. Тут тоже стаки. Опять вот этот... Свынолюбы. Каски. Разгон на квапу. Должен так понимать, что здесь что-то не так. Вижен по нему есть, отблинкивается. Т1 у нее нет. Ну, вряд ли побежит до конца. Спирит Брейкер. Аркейн Буцы появляются. И ПТ на Спирит Брейкере. Что там еще есть? Стики, урна, орба феном. Ну, вообще у Фобоса все замечательно. Иллюзион, говорит Нича. Чекает Рошана. Свои иллюзии. Кабанчики там ластхитят. Да, остается буквально два крипа до третьих некрачей. Что еще будет стакать эншентов? Ну, скорее всего, будет. А что ему остается? Свен получает на этом очень много фарма. Покупает очередной рецепт. Некров. Башню сил света на верхней линии атакуют. Ну и мы немного успокоились. 15 минута, все в ноль. Золото на нуле. Чуть-чуть это файном выигрывает по XP. Буквально 2000, но на 16 минуте это не страшно. Лил переманил кабана. И с кабаном другого кабана закабанил. Неплохо. Подфармливает Вич-доктор. Касками. Фунжи пытается дынаить что-то. Мы теперь будем ждать, наверное, даггера на бестмастере. До этого экшен. Хотя вот сейчас Лил загуляет. Разгон на Скайларка. Тут же релокейт. Скайларк понимает это все, но слишком поздно. Свен запустил стан. Не знает, куда ему деваться. Накричал. Может быть, прожать ГДС. Прожимает ГДС. Фобос сейчас упадет. Просто двух тычек. Лил с плэшом тоже наполучал. Бьют Пашу. Получает Лил. Каски летают. Минус Лил еще дальше. Паша тоже, скорее всего, отъедет в таверну. Это минус 4. И Афонинджи отсюда тоже, наверное, не уйдет. Ставится Дезвард. Минус Афонинджи. Это Team Vibe. Это просто Team Vibe. Как же их сейчас приняли? На одного и бестмастера. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, так нельзя. Да, появляется шлем железной воли у Свена. Это значит, что будет армлет следующим айтом. Неужто не будет даже собирать блэкинг бар здесь против Свена? Достается вышка Свену. Забирает своих некрачей. Еще 300 сверху. Да, вот после этого файта мы видим... Как оборвался график вниз, по XP там уже 7000. Нельзя кормить так Вич-доктора, вот он же с брейсером. Покупает себе аркан Буцы. Почти 11 уровень, Свен забирает очередные стаки эншентов.
Да, Свен топ-1 нетворса безговорочный. 2500 у него преимущество над Фантомкой. У Фантомки тоже Сия, ПТ, Аквила. Но вот Мордигана нет. И ей со Свеном через его армор бодаться очень трудно. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Спартан живет. Вышка пока не денайбл. А Фонин же получил станчик. Пошли каски. Кстати, если бы Спартан закатился, может быть, и забрали. Но там за спиной целая бригада. Скайларк. Очень уверенно фармит. Тоже 11 уровень. Уже получил оффлейнер. 6300 нетворса. 4 сверху. Укатывается Спартан. Не побежал дальше. Спирит Брейкер. Пошел смоук. Что, на Рошана? Да, ТП от Скайларка, Некрачи есть. Фак готов врываться. Лил тоже ставит вард. Возможно, увидеть сейчас Спартана. Увидели, надо укатываться. Торнадо это все сбивается, но разгон спиритбрейкера в никуда. Хороший булыжник, там релокейт есть. Пошли каски, каски по двоим накричали на Пашу. Ставится дезвард, соник вейв по всем. Паша сейчас просто погибнет, погибает Паша. Пока минус 3 в исполнении Эдфайном. Женя улетит отсюда на релокейте. Разгон от Фобоса. Фобос улетает просто на топ. И пытается его встретить Свен. Ну, Фобос своевременно останавливает разгон и просто улетает. На Рошана пойдут, конечно, Некрачи пока работают, дабл дэмэдж квапы, размен в итоге 2 в 3, все равно он в пользу Эдфайном, потому что забрали инвокера, забрали фантомку, все коры погибли. ТП тут же на топ, квапа, запрыгивает на Женю, Женя кастует тэп-аут. А Женя выживет? Не, ну Женя выживет. Орщит настолько не тикнет, да. Если бы еще он на секундочку задержался, то Квапа бы его разорвала. Но вот появление Орщита, конечно, Квапы это печально. Я думаю, что следующими айтемами каким-то будет а-ля Monkey King Bar у Свена, когда фантомка для него вообще проблемой не станет. Это тебе мое. Минус Квапа. Забрал инвокер. Здесь еще может погибнуть и Вич Доктор. Дезвард у него откатился. Включает Вуду Ресторейшн. Ну нет. Тут шансов нет. Там еще ультимейт был у Спирит Брейкера. И Инча его тоже нашла. Скайларк на ботами. Чуть-чуть остается до даггера. Башню сил света на нижней линии атакуют. Башню сил тьмы на верхней линии атакуют. Силы света укрепили свои сооружения. Свен. Спиливает крипчиков. Башня сил света на нижней линии разрушена. Фобос, хедреска. Не знаю, что будет собирать. Здесь и Мека бы пригодилась, и Владмир бы не помешал. Многие с руки тыкают. Так что в любом случае выбор, наверное, правильный будет. Мадара. Руну Регина забирать не стал. Подкармливают еще Урсевичами. 1800 после даггера. Ястреб сбит. Паша пытается собрать Блэкинг Бар. Не знаю, как он ему здесь поможет, потому что по большей части Дезвард, Рор и атака Свена, они как-то наплевательски смотрят на Блэкинг Бар. Ну, конечно, каски у него заивейдить получится. Подходит Мадара. Я думаю, затыкают и без ГДСа. Да, отлично справляются с вышкой и так. Сигналит, мол, я Паша на ботами. У нее есть Огр Клаб. ТП в мидл. Не хотят упускать вообще никакой фарм Эдфайном. У них это получается. Очень много крипов сейчас возле Т2 на ботами.
хотят их забирать, пока есть Аегис, Мадара хочет сосредоточиться на вышках. Хотя вот сейчас рисуют план капкан. 2 минуты до конца Аегиса. План капкан превращается в план перехват. И... Фобос. Ну, можно было в него запрыгнуть, но его простили. Проходят крипы. Не совсем проходят. Мадару сейчас спалили. Ну и очередной выход на Т2. Торнадо. Мадар его заевейдил. Булыжник сразу на ход. Пошел ГДС. А вот после ГДС можно как-то и подраться. Может быть, даже на релокейте прилететь и попробовать размотать Свена. Ну, Свен забирает вышку и просто отходит. 3600 у него на руках. Так, в это время тоже фармит. Есть руна инвиза. Тут же ТП на ботом. Здесь тоже много крипов. Это его 14 уровень. Сейчас уже и даггер в четверочку появляется. И релокейт. Да, Maybe Next Time здесь, конечно же, погибает. Вариантов у него уйти нет. Килл достается передбрейкеру. Паша попутно тут фармит крипчиков. Но Свен эти делает чуть быстрее. 1300 на руках. Это значит, что он что-то купил. Он купил 2 джейвлина. Это будет МКБ в ближайшее время. Что там остается ему? Ну, ему остается тыщенка. Мадара. Ускоряют его передвижение от крипов к крипам. Даже такими методами. Black King Bar появляется у фантомки. Ой, как же сейчас тяжело будет Паше после того, как появится МКБ. Неимоверно тяжело. Свен. Как же он фармит просто? С какой скоростью он фармит? На 6000 уже ферифарм. Там минус инча. Опять нашли Лила. Ну, тут, конечно, с даггером, с ястребами и так далее. Мадара. Запрыгнул. Ну, не было вижена. Юрспирит покатился. Еще булыжник на ход. Видит Женю. Ну, не видит. Мог видеть. Запрыгнул. Так, заткнули. Паша тоже тут. У Тага могут быть небольшие проблемы. Заканчивается Игис прямо сейчас. Так, успевает отпрыгнуть. И Спартан... Нет, не заставит нажать Блэкинг Бар. Где там Свенчик? Свен. Свен с МКБ. ГДС есть. Блэкинг Бар. Он решил, что ему не нужен против инвокера. Так. А тут БКБ уже готово, можно сказать. Не торопится идти без очередного Рошана. Сигналит сейчас на Мадару. А его не взять, на самом деле. Даже если они на релокейте на него вдвоем прилетают, он их разматывает легко. Очередные эншенты. Ой, и Спартан тут все сделал для того, чтобы успеть стакнуть. И у него это получилось. А Свен это с удовольствием заберет. Так кто у нас тут такой? Афонин же в инвизе бегает, пытается кого-то найти. Лучше б фармил, братюня, потому что по нетворсу ты сильно просел. Тебя уже обгоняет бесмастер на тыщенку. А это неправильно, когда мид-инвокер так сильно просаживается. Бесмастер уже с Владмером. Спартан. Афонин же с Орчидом. Могут, конечно, размотать его, но прекрасно понимают, что рядом может оказаться Свен, который объяснит, кто и что тут неправильно. Кайларк. Что, Смоченский? Нет, не Смоченский, хотя... Да, Смоченский. Прилетел Смоченский, пошел смоук. Квапа в это время на топе просто показывает, я якобы тут, все нормально, мы никуда идти не готовимся. А на самом деле готовятся обманщики. Афонин же. Не смогли его поймать. Но вот сейчас много времени тратят на побегушки.
Пошел стан Фобоса. Фобос пытался успеть заультить, не вышло. Крипы уже близко. Инвокер тоже в таверне. Не знаю, где вот нашли и как с ним расправились. Ну, за счет некрачей, наверное. Заход на хайграунд. Мадара. Под ГДСом. Нужно нажимать фортификейшн. Нажали. Под варкраем. И крипы могут танковать. Кто угодно может танковать, по сути. Падает тавр очень быстро. Будут отходить или будут пушить? Импетусы в спину залетают. Лил. Касочки. Два орчида. И Лила сейчас, по-моему, сбреет. Магнетайз, Паша пытается нарубить здесь Спартану. Спартан в итоге выживает. Весь Блэкингбар ушел никуда. Дотыкал он все-таки с даггера. Пытаются тут Лила размансить Соник. И тэп-аут. Релокейт наперед. Пошел стан по двоим. Мадара просто принимает. Минус Паша, минус Висп. Погоня за Афонинджа. Да куда ты с подводной лодки денешься от двух кабанов? Кабаны кабанят Афонинджа. И это, скорее всего, good game well played, дорогие друзья. Т2 больше нет. ГТС будет через 20 секунд. За это время Свен просто снесет всю базу. Good game, пишет Лил. 2-0 в пользу Эдфайном. Сегодня поднимаем Кларити, не чокаясь, потому что Полярити покидают данный турнир. Это была сетка лузеров. И греки не оставили шансов Лилу и компании. Да, печальный день для СНГ Доты, конечно, но не стоит отчаиваться. В сетке венеров до сих пор есть Нави. Поэтому и еще Доты интересные мы посмотрим. Сейчас я скажу, идет ли что-то у нас еще сейчас, и стоит ли вам куда-то переключаться или нет. Судя по всему, нет. Да, я последний герой, так сказать. Ну что, дорогие друзья, спасибо, что провели этот чудесный вечер со мной. Для вас на протяжении этого вечера работала студия RuHub, комментировал God Hunt. Смотрели мы квалификации на ESL Frankfurt. Всего вам хорошего, спокойной ночи, до скорых встреч!